Друзья, всем салям алейкум, всем привет, как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Друзья, сегодня этот же день, мы снимаем новую квартиру. У этого же хозяина есть квартира, в этом же, получается, внизу это кафе. И на первом этаже, это турецкий первый, русский второй этаж, продается квартира. Квартира 12-летняя, ну, свежая, можно сказать. Квартира газифицированная, но еще газ в дом не проведем. Но, друзья, квартира огромная, просто огромная. Сколько-то там? Топлом, наш метрикали? Смотри, друзья, 140 квадратов, но это 100% 140 квадратов. Есть многие, например, мы аренду снимали. Помнишь, Юля, вчера снимали аренду, там говорит 145 квадратов, но там нету 145. Вот здесь я верю, что 140 квадратов. И квартира подходит под гражданство. Квартира стоит 7 миллионов лир. Умножьте на доллары. Это будет, я поставлю, 400 сколько, тысяч, да. Долларов. Это, да, примерно так. И квартира продается. Можете, это актуально, друзья, можете купить. И может быть чуть-чуть торг будет. Идемте, давайте сначала начнем. Это 3 плюс 1. Здесь большой зал, друзья, такой, ну, огромный. Вот видите. Здесь, друзья, люди сейчас живут, но любое время они съедут, так что здесь все окей. Свои же, это получается, нашего дедушки, родственники здесь живут, так что любое время они могут съехать. Здесь, друзья, если этот дом купите, немножко этот, вложитесь, двери поменять там, это шикарная квартира, локация отличная, 200 метров от моря, под гражданство подходит, так что супер. Даже ее пересдавать, это очень дорого будет. Здесь такое окно. Идемте балкон, посмотрите какой. Вот такой большой балкон, друзья, шикарный, вот с таким видом. Вот здесь море. Море, правда, не видно, здание. Но здесь сразу море, очень близко. И вот здесь вот внизу это кафе. Так что это локация прям шикарная. Так, идемте дальше. Здесь есть, кстати, кондиционер. Здесь еще такая комната, друзья. Вот такая. Ну, хорошая, просторная комната. Это уже как комната, да. Сделали зал, но это как комната. Здесь кухня, друзья. Кухня — это вообще космос. Смотрите. Отдельная кухня. Отдельная большая кухня. Вы посмотрите, это вообще шикарно. Здесь еще есть телевизор. Вот. Вот такая кухня, друзья. Большая, просторная кухня. Идемте дальше. Здесь, друзья, два санузла, один туалет получается обычный, второй туалет мусульманский, друзья, турецкий. А нет, второй тоже такой, видимо, переделали. Обычно здесь один турецкий, один обычный. Здесь, смотрите, тоже такой душ большой, да. Бойлер. Да. Вот идемте, еще такая комната есть. Это получается вторая комната, вот такая, тоже большая, просторная, да. Здесь шкаф такой есть. И теперь, друзья, еще одна комната. Это третья комната. Идемте. Вот здесь тоже просторно. Используют как коридор. И здесь есть, смотрите, балкон. Вот такой балкон, друзья. Юля, сними. Вот такой балкон. Вот таким получается видом. Ну, он закрытый такой. При желании можно этот убрать. Вот такая квартира. Это, подожди, раз, зал, два, три, четыре, пять. Если вместе с кухней считать, то 5 комнат. Кухню убрать, 4 комнаты. Да, 3 плюс 1. Друзья, а здесь что, да, туалет здесь, все. И такой, друзья, огромный коридор, просто огромный. Здесь прихожая, здесь можно там вещи поставить. И здесь, кстати, лифта нету, но первый этаж, все супер. Здесь есть, друзья, здесь есть своя парковка, как бы это сите, но без бассейна. Так что пишите, звоните. С вами был Эмиль Сулейман, Юля Плотницкая и наш канал «Русскоговорящий турок». Пишите, звоните, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Снимай. Вот, смотрите, друзья, вот вход.
И вот сразу лестница. Лестница все полностью под эти камни. Как это называется камни? Вот такой выход. Вот такой выход. Начинаем. И нам говорят, мы хотим. Давай, давай. Вот парковка. Здесь такая. Да. Вот, друзья, парковка. Вот, смотрите, идемте. Вот, получается, мы только что смотрели эту квартиру. Вот она, вот закрыта. Там тоже так же есть еще последний этаж. Здесь это как бы закрыто сите и два здания. Вот один, вот второй. Здесь еще кафе есть. В общем, вот здесь за этим зданием сразу море. Вот такое, вот такая локация. Так что пишите, звоните. Сразу получите гражданство, подходит под гражданство. Все.